Йо! Всем здравствуйте! Я Максим Мадзе, и добро пожаловать на конкурс 2019 года. Так вот, в прошлом году тоже был конкурс, он начался с 1 декабря и закончился 31 декабря. К сожалению, никто так и не решился в него вступить. Видимо, наверное, побоялись, что это будет развод. Но нет, конечно же, я чё, так человек плохой, чтобы кого-то обманывать. Нет. Вы могли без проблем вступить в конкурс и выиграть призы. Ну, короче. И мы начинаем новый конкурс, который также окончится 31 декабря. А начинается он аж с 3 октября. Ну, точнее, не 3 октября. Ну, а тогда, когда выйдет следующий... С того момента, как выйдет следующий выпуск. Так вот. Что это будет такой за конкурс? В каждом выпуске, в конце каждого выпуска будет вопрос, один вопрос. В нем будет три варианта ответа. Ответ на этот вопрос вы узнаете, если посмотрите внимательно выпуск, который я выложу. Вот, ну точнее будет выпуск во всех видео, которые будут уходить до конца этого года. В конце них будет вопрос, ответ на который вы будете знать, если внимательно посмотрите этот выпуск. В комментариях вы должны написать, если хотите участвовать, номер правильного варианта ответа. Победы будут присуждаться только до 3 человек. То есть больше 3 человек, которые правильно ответили в выпуске с этим вопросом, больше я не зачисляю победы. После каждого выпуска каждая победа будет у каждого правильного участника накапливаться, будут накапливаться победы, и у кого к 31 декабря будет больше всего побед, тот и выигрывает в конкурсе. Однако призы на этот ценные призы, их я пока буду держать в секрете, получат те игроки, которые заняли первое, второе и третье место. Но самый ценный приз получит игрок, который зайдет на первое место. Вот такой вот конкурс, он начнется с того момента, как выходит следующее видео. В конце каждого из них будет вопрос с тремя вариантами ответа. Выберите и пишите в комментариях под этим роликом ответ правильного из них. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. И надеюсь, что вы в этот раз вступите в мой конкурс. Хотя бы просто попытать удачу. Ведь я думаю, попытать удачу — это же интересно. Ну а пока что, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Вступайте в сообщество ВКонтакте и подписывайтесь на запасной канал Блум Мадзе. Я не настаиваю, конечно. Всем пока. С вами был Максим Мадзе. Пока.